Эй, окей, шимики, мы продолжаем пройти игру под названием Shadow Warrior. Манать, как-то долго две главы шли, это жесть, там сколько уже, серии 5, наверное, вышло у меня. Ну, или это пятая выходит подряд. Так, мне нужно срочно хил найти где-то, давайте сначала так отхилюсь. До 104. А теперь за счет хила, где-то я помню валялась одна хилка. Но это не она. Еще какая-то хилка, другая. Другая какая-то была хилочка. Ну ладно. Так, сколько у меня вообще осталось? Все нормально. Почти фул. Очередное огромное место. Но оно пустое, но мне кажется, когда мы в обратную сторону будем идти, оно будет уже не пустое. Так, я одну вещь хотел. А, не туда зашел, ладно. Хотя нет, правильно, давайте сохранить. Мы сохраним именно так, потому что оно быстрое сохранение не так работает. Ум. Магия. Так, рвущий дракон. Выучено. Здесь на всех сиренах благорода, метр длиннее 4 секунд. Не то. Выучено. Защита выучено. Рев тигра. Убивать врагов в радиусе 4 метров. На ловушка Кои, когда мастера это медицинского времени медитации, по полной установке максимально поток увеличивается до 6 секунд. Покой с водой одеться создается на даже самые сильные эмоции, не имеет смысла перед помощью Ки. Теперь поток действует также и на разъяренных врагов. Ладно. Все равно я не знаю, на что мне тратить. Я просто трачу, чтобы тратить. Что это такое? А, да, мы все-таки выше поднялись. Я думаю, что у нас нету, мы оттуда аж поднимались. Так, Будда. Фризит. Да чё вас так много? У них, блядь, там как будто фабрика. Ладно, подожди, давайте я одну вещь проверю. И здесь ничего. Все? Или опять будете сейчас меня говном этим заливать? Вот тут что-то еще есть. Пока меч в руки возьму.
Так, слышал какой-то наверху звук. Кто-то или что-то здесь есть. Стоп. А я ж не открыл главные ворота. Чё за бред? Там, где мы были в центральном, там, где глобус, там была еще одна печать, которую можно было открыть и пройти в главный вход. Странно. Ладно, продолжаем. Все равно у меня серия идет. Сейчас только. Хотя я мог бы завершить, просто объединить там пару серий. Да и все. Используя различные атаки, оружие и магию, вы получите дополнительную карму. Чтобы целиться сквозь прицел. Это действительно доступно не для каждого оружия. Глава 14. Мне хватит сегодняшней аудитории. Это намекает на то, что будет какое-то большое количество врагов. Найдите Изилу и заполучите последующую часть... Набицура Каги. Так, какие-то ворота. Но они мне не нравятся. Первое впечатление — большое место. Не знаю, что я... Что у якудзы... Чувство, когда понимаешь, что это обычные люди. На самом деле это демоны. То есть у него в рабах якудза, это на самом деле просто демоны. Вы сами видите, они типа как-то... Красота, я попробую сквозь этих уродов, как самурайский меч, сквозь мясо и кости. Почти прямо... Прямо так. А, я типа буду потихоньку передвигаться. Ну, в принципе, а шо мне? Навряд ли я сюда еще вернусь, поэтому хилимся. Конечно, у меня что-то FPS преследует. О боже, интересно, почему мне на ум вдруг пришло маленький пенис? Не знаю. И, ладно, тут буду только якудза, лучше... Так я их не хотел использовать. А давайте я лучше уже тогда пистолет буду использовать. Да, видно сразу, что-то демоны. Ой, блядь, идите в сраку. Я, блин, и сам вижу что-то демоны. Только как он превратил их в демонов? А, писю, типа камень, я понял. Я сначала ничего не понял, но потом я как понял.
потом, как я понял. Так, что у нас еще наверху было? Тун-тун-тун-тун-тун. Ох, черт. Да, место красивое. Место огромное. А, нер... Может, это просто разоренные враги? Монатик тут много. Ну и просто, походу, разъяренные. Просто большое количество врагов. Ну да, видите, они даже с первого этого не умирают. Все? Перезаряжаемся. О, огнемет. Может быть то, что он не прокачанный, поэтому такой дерьмовый. Понятненько. Понятненько. Тут ничего. Красную печать я уничтожил. Ладно. Опять. Погнали в правую сторону. Может, тут без разницы в какой идти. Может, здесь без разницы в какую сторону идти. Я понял. Оказывается, здесь не без разницы. Попробую понять, куда идти. Что за бредятина? Куда мне идти? Я пройти никуда не могу. Понятненько. А, ну их многовато здесь. Очень много надо. Очень много.
Деньги. F5. Ну, уже не вечер, уже темно. Слышу демонов. Лаван, как приятно, что ты с нами. Отдай мне меч, и я сохраню тебе жизнь. О, хорошо, попытка. Ты действительно надеешься победить меня без помощи этого Коджи? Мы можем это сделать по-простому или... Ну да ладно, такой человек, как ты, заслуживаешь небольшого зрелища, прежде чем последний вздох. Тебе стоит на гангстерской езде, Зила. Вегасе, мне хватит сегодняшней аудитории. Спасибо. Чего? Почему я упал? Чего, блядь? Луванг — символ надежды. Помогу тебе, чтоб они не застревали. А могу, подожди, а ну-ка. Ну скорее всего могу, подожди. Там невидимые стены в виде кустов сделали. Зараза. Опять. Не, на самом деле туда можно попытаться залезть, слушайте. Но это нужно... А, он на коробочку не хочет залазить. На корнеплодике он тоже не хочет залазить. Ну ладно. Это, если что, обратный путь. Перезарядка. Крадущий тигр, затаившийся в Лованге. Хе-хе. Так, немного сюда пройдем. Так, у меня аж хил полный. Главное, чтобы мне ракетницы давали, и все. Так, слишком много дают. Слишком много мне дают всего. Типа арены? Что это за звук? Я не знаю, что это за звук. Но это что-то наверху. Может, кого-то призывает нового врага. А слушайте, как вариант? Потому что мы давно никого не встречали.
С вами. Да-да. Так, сюда упасть, это умереть. Упал равно смерть. Не нравится мне это все. Здорово. Ой, понял, это враг на меня уже идет. Что, тут больше ничего нету? Сейчас мы все это дело скроем. Воу! Вот это нежданчик был. Давай. Ну, три выстрела на БК. Три выстрела. А, подожди, он. Это скелеты только. 4-5 выстрелов. Да, блядь. Дай мне разобраться с этим дерьмом. Надо еле мне в спину атаковать. Где? Кто? Что ты хочешь? Теперь бежать назад. Хорошо. Печенюшка. По прогнозам, сегодня смерть. Ага, я вижу просмотр моря смерти. Примите соболезнования. Так, мне нужен рычаг или то бомба. Без понятия, что то. Да ладно. Ненавижу это наводнение. Это ж это, слышите? Старая. Все, я кролик убил. Знаете, на что это отсылка? Кубок. Шлем. Это отсылка, кажется, на Монти Пайтон или как-то так назывался. Фильм очень старый. Где типа рыцарю кролик все отгрыз. Типа. Голову. Прикольно. Я нашел все-таки пасхалку еще. Давайте, наверное, подождите. Что мы сделаем? Если ничего в дальнейшем не будет. Я вот так сделаю. Типа отсылку на Монти Пайнта. Там кролика прифотошоплю. Так вы заебли. Он
Хорошо, дома не сидится. А, это та херня, которую типа нужно освободить, я понял. Наверх, наверх, наверх. О, сейф произошел. Не достать. Там печенька еще есть. Ну. Whisperer, I can destroy it. I can get out of this place. And maybe find Hoji. Отлично. И мало потратил энергии, ну, в плане времени. Так, пока я не упустил. Так, найдем тайник, денежки у меня есть. У. Так, оружие. Сейчас мы немного улучшим несколько стволов. Это, подожди, с одного выстрела сразу три будет? Ну это, слушайте, ну это будет немного 50-50. Давай. Ладно, я виноват. Не надо. Так, я опять упал на херню, где выглядит все как арена. Черт. Видите, бык чем? Он типа не такой уж и хпшный, но он создает себе помощничков много. О, мне дали еще что-то. Карму или что? Для навыка. Богачей. За счет богача мы с вами будем покупать денежки, ну, патроны. Поэтому я вижу только в нем выгоду. Деньги. Нам нужно больше денег. F5. Готово. Так, сразу пули. В чем подвох? Я понял, в чем подвох.
Я тут уже был? А, да, я тут был. Я там кристалл нашел. Ты что, шутишь? Хватит бегать, глупая кукла. О. Отлично. Так, сохранение, хилка у меня есть. О-о-о-о! Пять. Пятерочка. Да ёлки-палки. Оу. Давай, давай, приятель, смотри, какая стеночка. Ненавижу предметов, встречающие с силой. В чем подвох? То, что я просто могу туда и туда и пойти. Так, подожди, вообще-то я сюда пришел. Значит, мне в ту сторону. Слушай, ничего личного, я просто... Мне нет выбора. А если я ее трогать не буду, поищу что-то еще. Ну ладно. Я не хотел, чтобы все так случилось, сестра. Я всегда верил, что мое время придет. Что я Син, займу место Энри и буду править царством теней. Многие тысячелетия я наблюдал, как Ходзи носит свое зелье в твою штуку. Чтобы помочь тебе спать, чтобы дать тебе отдохнуть и чтобы дождь стоял слез и схватает нас. Но Ходзи впал в немилость, и когда Энрал приказал мне доставить чашу вместе того, чтобы... Ходзи предложил мне возможность вернуть Энру. Это был шанс, который я должен... Но Ходзи тоже предал меня. Мои амбиции лишили меня разума. Я поднял тебе Ангнусия из-за притяжа Ходзи, лживой улыбкой земля. Змея. Он сказал, что ты просто будешь спать дольше, но не то, что умрешь. Без твоих слез в нашем мире началась засуха. Что вынудило Эндру посетить храм, как бы и планировали.
Эта святая земля была осквернена моими доспехами. Я бы победил его, если бы не Мэдзу. Это верный пес, до конца защищающий своего хозяина. Мои намерения исполнились. Но Дэнни, Ходзи нельзя было обратить. Своё безумие он готов был погубить наш мир. Чтобы ты спала вечно. Ходзи воспользовался моим стремлением к власти, и в этом во мне шелся лишь я один. И теперь Энро предложил мне способ избавиться от этого... Позорное решение для воина. Но это поможет специально тебе, а значит, все остальное не важно. Ну что, в принципе, уровень завершен, ребят. Давайте, думаю, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.